В Москве объявили конкурс дизайна помещений нового телекомплекса для НТВ. Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн». Прямо сейчас подробности. В Москомархитектуре анонсировали проведение конкурса на лучшую дизайн-концепцию внутренних помещений технопарка телекомпании НТВ. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. Площадь строящегося объекта составила более 76 тысяч квадратных метров. Отмечается, что это единственный комплекс, который строится в современной России. Конкурс планируют провести в два этапа. Его участники должны разработать дизайн для помещений общей площадью более 17 тысяч квадратных метров. С победителем будет заключен контракт. Технопарк НТВ возводят на Новомосковской улице. Пока у меня все, еще больше новостей из жизни столицы не только на сайте mymsk.online. Всего доброго!